когда мне было 6 лет. И там я прожила до 19 лет, я прожила в Молдове, и потом я переехала в Соединенные Штаты учиться. И уже я здесь учусь, я уже закончила университет, но я уже здесь живу, это мой 5-й год. 4.5 года я уже живу в Америке, я живу в Калифорнии, в Orange County, и здесь очень...